финал парного выставочного парного турнира. В финале встречается пара Юлия Громенкова, Ацамас Арсагов. Добрый день. Елена Громенкова, Сергей Ерохин. Ну, поехали. Играем до 5 очков. Разыгрываем, да? Какие у нас розы? Она шестерка. Да, хватит. Фигни не скажет. Сложный ход. Блистательный ход. Сложнее дотянуть, чем ходить. У нас отличный тоже. Четвертый пункт берем. Где лучшие пары? Мы берем пункт в доме. Это перебор, да? Это переброс. Коп дайс. Горим бегут. Сложный ход. Чем мы ответим? 6-1. Держите нас. Надо выиграть. И дом строить. Блистательный ход. Блистательный. Сейчас потом... они нам будут предлагать кубик. Пока да? не будем. Берем пятый ход. Конечно. Опасаются. Они не стали нас бить, Сергей, видишь? Да, к сожалению. 2-2. Так, мы не можем заделывать пятый. Я думаю, попробовать надо рискнуть. Нет? Или еще рано? Ну, рано, я думаю. Думаешь, рано? У них хороший дом. А у мы... них дом хороший, мы можем еще подставиться, мне кажется, где-то. Ну, давай дадим. Подожди, какие у нас хорошие, какие плохие? Хорошие у нас 6-6. Это 3-3. 3-3, 1-1, 6-1, 5-5. 4-4. Короче, дохрена, мне кажется, хороший. Надо давать. Давай дадим. Для ускорения процесса мы этот куб, разумеется, берем. Так и быть, да. Сильно не уверен. Ну, 2-2, кстати, тоже... Тоже нормальный, конечно. Ох, рядом было. 6 бить надо, я думаю. А у нас других вариантов нет. А как можно 6 пробить? Мне кажется, надо даже 2 даже бить. И 5 бить. Давай, бей. В 2 руки играй. Они в 2 руки. Ну и единичка нужна. О, классный ход. Альтернативно. Неплохо. Альтернативно. План Б. Здесь надо шестерку занять. Значит, не получилось. Более-менее, почему? 2 и 4. Окей. Чистая 4, гонка 3. Пошла. Ну, да. Застраивай 3 на 5. Я хотел бы. Но мы идем, тебя как телефон закончится. О, это нечестно. Хорошие, все 4, да? Все 4, да. Легкий переброс. Белые гонки впереди. И 1. Ну, можно, они все равно не оставят. Может, сюда поставить и сюда. Максимально гибкая игра. Угу. Еще что жизнь накинь, да, и все. Да. Учитесь, учитесь, ребята. Мне здесь не прет. А мы можем еще раз дать куб? Куб на 4, давай дадим. Ну ладно, пусть. Куб на 4. О-о-о! Нет, это не считается. Очень неприятные игроки сейчас с нами. Как не быть, ладно, 5-5. Ну, вот Марса бы надо учить. 6 не надо, 5-5 тогда. Осторожными. Так. Ну, да, обычно. Да, нормально. Не, зачем? Значит, сюда можно поставить. Хорошо. Пусть 6-6 кидают, да. А, 6-6 такой. 6-3 молча. Рядом. Не получилось вас не порадовать. Ну и что, в следующей партии. Мы хотели вас порадовать. Давай в дом заносить. Вот это вынесем, да? Угу. Макс ушли. Давай сюда вот. Не, лучше в зале. Ты пригодишь? Да. Вы думаете, они думают, что мы поставим? Да, нормально. Не, переброс. Да. Они все время пытаются наши камни, да, чтобы мы перебрасывали. Переброс. А, да, точно. Надо вот так. Что, аккуратненько играем? 4. Ну да. Или... Да выкидывайте. Да нет, давай. На всякий случай. Смотри, какие. 5-6. Боятся. Ну мы пошли пока. Не, не получится. Они же раз... Давай, перекидываем. Выкидываем, смотри, ты просто можешь сюда приплыть. Раз, два. Да. Ну, второй накрывай, да. Легкий ход. Нам тоже два. Да, аккуратненько, опс. Это легкий. Тяжелые ходы, я без тебя. Первый занимаюсь. И мы тоже, смотри, оп. Все, испытали. До свидания. Ушли. Они ушли. Что дать? Вот у Глеба. А
А, тут еще, блин, это как в Бигнуте, блин. Черно-белый. Давай без антирекламы. Бегнуть пока. Да он уже мертвый. Да мертвых или хорошо. Вернее, об этом мертвых. Ну, ладно, сдались мы без Макса. Да, сдались. А вдруг мы сейчас скинем 2? Давай, 6-6, а не 2-1, давай. Ну, на, кинь. Еще 6-6, все равно успевают. Да, а 2-1 они могут. Да. Я, знаешь, что думаю, надо просто поменять позицию и играть в эту сторону. Ничего не надо. Какая разница? Да, нас так будет. Устраивает. Все нормально. Плохому танцору сама знаешь, что мешает. Вот дизайнеру, конечно, руки бы отрезать, кто-то открасил доску. У меня возник вопрос. Ну, она детская доска. У меня вопрос возник. Плохому танцору известно, что мешает. А что мешает плохой танцорше? А у нас нету плохих танцоров, да? У нас всех хорошая танцовщица. Так, значит, это 2 очка вы выиграли, друг поможет плохому танцору. 2-0. Матч до 5 очков. Перебор. А ты, ну потому что, ну, нет. Ты не перебрасываешь. Ну, мы играем. Можем, да, сюда, нормально. Нет, мы тут пойдем. Агрессивно. Обманули нас сейчас. Пожалуйста. Да, кидай 2 зарика сразу. Ну, ладно, ничего. А, по деревне? 4. Иди так, тебе нормально. Ништяк, где и не нормально. А как не сильно по деревне? Поехали мы? А, единицу они не сыграли. А может, сюда или туда? Ну, потому что под воду даже со стороны. Давай туда, ладно. Ты это хочешь? Ну, можно и эту. В принципе. Разницы нет. Давай, а здесь можем пункт занять. Давай. Не согласен. Yeah. Странное движение. Так, ну ладно. 3, 6. Странное движение. Вот видишь, чтобы занять 5-й пункт. Ну, а так бы они там нас... Давай сюда их ставить. Не-не, на бар. Хорошо, мы уже одну скинули. Может, съесть их тогда, как пирожок? 2-1. Два. Что, один бит? Как это один? Да. Ну, бейте. Что еще делать? Да. Сейчас будем играть. Апостоли. Ну вот мы бы так не сделали, да? Нет, кстати, это ход осмысленный. Мы не можем 2 пробить сейчас. Какой-то смысл. Ну, у них 5. И тот был странный ход, и они вынуждены так сыграть. У нас из одного странного хода теперь будет 15 странных ходов. Да, пиар свой существенно заметили. Или подожди, или может быть 1-3. Один, вот этот проблема. А может быть 3. Не, наверное, лучше так. Да? Да. Мы будем обратно играть. Так. Я буду играть защиту Харукан. Ну, делай да. Якорь и бей в 5-ю. 5. 5-ю бей. Будем за нее бороться. Странный ход. Давай вы тоже. Тоже будете комментировать свои чужие ходы. Нам нужна 5-ёрочка. А, поэтому они хорошо попадаются. Ала! Нам немного чего нужно. Давай, так на подумаем. 3-4. Можно вот ставить сюда и пробить. Можно 3 4, занимаем 3. Пункт. Думаешь, пункт нам нужен? На всякий случай, да? А можно так, 4-3. Разлад, вот. У них разлад. А зачем нам? Пусть а зачем нам третий ряды, пункт? Чтобы он меньше нас вариантов у него побить было. Нет, зато у нас будет не гибкая позиция такая. Некрасиво. Мне кажется, вот так 4. Ну давай. Или вот так вот, да, было? Да. 4-3. Мы займем один из пятых или четвертый или пятый пункт, если сейчас. Ну давай. Одну там пробил. Так. Не принципиально. Да. Ой, хорошо, хоть зарядились. Так. Ну, у нас 5. Мы пробуем еще раз. Бьем, да, что делать. Дубль 2. Дубль 5. 5-5. У него пальцы. 3-6 давай накроем. Ну, они хотели этот пункт, они наконец-то взяли. Взяли, да, где не только старались. А мы можем вот этот, и тогда у нас вот это останется открыто. А давай, я бы пятый, я вышел бы пятый. Пятый с нами будет навсегда. Пятый навсегда. 4 бьем? Да. А 2? Там? Это можно на голову просто сыграть. Да, чтобы не было лишних хитов обратно, да? Ну, я думаю, давай, здесь надо, надо за это бороться. У меня солнце. Давай. Моя помощница временно покинула нас. Есть более важные дела на острове. 2. Может быть, мы это подумаем? Да нет, ничего, мы не будем повторять их опыт. Еще ничего нет. Печальный опыт. Подожди, можно накрыть это так. Потому что так... А знаешь, что можем еще вот так сделать? Не, плохое движение.
Может, четвертое занятие, ну как вот так. А двойка? Хорошо будет. Ну, так когда они тогда вот эту пробьют, ну, нет, точно. Нет, отсюда. Две отсюда. Но они займут этот, но зато вот эту структуру. А почему ты будет. Не хочешь вот этот пробить? Ну, оставлять двойной удар, наверняка они что-то пробьют, и этот мы уже не займем никогда. А и смысл бить ну, я хорошо, особо давай. Не вижу. Да, мне кажется, вот, вот четвертая это хорошая структура. Угу. Да, пусть будет четверочка. Да, тоже нормально. Все, да. Вот у нас уже дом какой-то есть. Угу. Да. Да, получается, прайм против. А куда прайм. Ходить будет? Да нет, вот издали надо. Не-не-не, с дальней, зачем? Отсюда? Да, конечно. Почему не ту? Зачем? Это хороший пункт. Вот маска, она занята. Нет. А ласт у нее не было. Не было? А вон маска ее розовая, вон лежит. Угу. Смотри, я бью вот эту, два точно. Три у нас. Так, да, я думаю, это однозначно. Тоже надо сразу. Или можно так стоять? Там у нас все равно открыто. Надо занять четвертый, пусть будет. А, да, в доме лучше, конечно. Что, больше ничего нету? Нет, ничего больше. Не, в доме надо брать. Да, пригодится. Так, ну что, поехали. Ну, играем, что ж. Поехали. Вот, они стоят. Они не заметили. О-о-о! Ну, тут это... 6-3, не попали мы? Не попали. Какой-то корявый. Ну, я думаю, 6 надо спустить, а 3 можно вот эту подвинуть. 3 сюда, 3. Меня уговорили, я пойду с ней. Угу. Я же с усами. Или можно, ну, я не знаю, из дома просто до конца. До конца, да, думаю. Тут... Попробовать вот. Еще такой сюда-сюда, нет, тоже нехорошо. Ну, допустим, 6 сюда, а 3 куда еще можно походить? Кроме того хода. Может быть, вот это? Не, а зачем? Сколько? Пятерки, пятерка две? Дублицируется, пятерки в принципе, двойки. Пятерки и двойки, и там двойка нужна, это пятерка. Да, да. А зачем нам это нужно? Мы впереди. А что ну, а что ты хочешь? Так? Я думаю, либо этой выйти, либо три просто сюда сдвинуть, и все. Три туда мне не нравится. Рано еще контролировать поле. Нет страха. А что мы контролируем? А отсюда они не уйдут долго еще. А сейчас у нас не та позиция. Вот такой ход делается, когда совсем плохая позиция, и других альтернатив нет. Можно пока давай двигать. Попробуем уйти. Давай. Давай. Ну, все-таки выбрали сделали. Правильный ход, угу. На мой взгляд. Так, прекрасно. Так. Раз. Здесь шифт. Передвинемся, да? А, кстати, да, хорошо. 2-3. Хорошо. Как боролись там за этот пункт, а теперь передвигаемся. Да, а что это тоже? Да, good. Very good. 4-4. 2-1. Угу. Все? Угу. Да, интересно. Ну, что будем делать грассмейстер? Там четверки мы дуплицируем. Можно сюда а вот пункт. А ты не хочешь вот эту пробить? Ну, это бестолково. Но если, например, 2 сюда нам накрывать спустить? Нечем. Нам нечем накрывать ее. Вот это хорошая, здесь она будет плохо смотреться. Она нужна для четверки, я бы сюда поставил. А то оставил бы, дуплицировал бы им четверку. И так предлагаешь? Да, просто так. Ну, сюда, билдера. Давайте. Столковый ход. Вообще, удивляюсь, как они до финала-то дошли. В такой жесткой борьбе. С такой игрой. Так, не очень хорошо кинули. Приходится одной ходить больше нечем. Даже если пятерку сюда, 3 не получается, видишь, там ничего. А, пробить можно? Можно пробить. Что-то я сразу не заметил. Надо бить тогда? Да, я думаю, а почему нет? Другого нет лучшего хода. Решение. Я так не заметил сразу. Да, Юля, для чего? Юля, моя партнерша замечательная. Так, 5-1. Так, можем бить по-разному. Или вот тут можно бить. Я бы здесь пятерку, они уже не знают, как бить, смотри. Давай посмотрим разные варианты. Хотите, нет, мы вам подскажем, как правильно ну, вот бить. Вот единичкой это пробить, пятерку зарядить, вот это не отдавать. Вот так? О, да, отлично. Все, вы подтверждаете, вот. Да, 4-4 все еще актуально. Да, много. Ой. Ну не надо нервничать только. Понятно, что уступаете в классе соперникам. Главное, по счету не уступаем. Бьем? И закрываем. Короче, один точно сюда. Я думаю... А два варианта, бить или закрыть? Я бы закрыла, наверное. А я побил, потому что у них там две открытых. А вообще давай, да. А что вы четыре не захотели сюда поставить? А один? Под бой оставлять сюда? Нет, надо бить точно, ладно, не подсказывай нам. Давай сами пробьем. Пойдем? Ну мы, с другой стороны, мы впереди. Что нам у них атаки нету особо, да?
Ну давай не будем. У нас 24 открытых шашек будет, да? У нас... Да, так будет очень много слотов. А с другой стороны у них атака. Давай сейчас сходим. Сюда. Проверим. На красоту позиции. Давай пробьем так симпатично, как будто бы выглядит. Не знаю. Много хитов обратных. Двойки. Зато инициативы у них нет, да? А так они будут бить, да, нас сразу сами бить надо. Начнем поставить. А с другой стороны, что у нас там будет бить? Не знаю, сложный ход. У нас и дом тоже трехпунктовый, у них трехпунктовый. То есть нет ни преимущества этого. Опять знаю. Чем они нас там бьют? Шестерка, ну, четверка и просто пятерка. Эти пункты занимают. Четверка и пить они не будут занимать. Да, давай, надо бить. Давай, я всегда забью то, что бить. Угу. Это весело. Вот это... мне тоже этот ход больше понравился. Да, а тебе? Это, да, да. Это вам, вам уменьше понравился? В смысле, нет, ход? Понравился, что вы правильно сыграли. Нет, я имею в виду, что вам хуже от него. Вот, в этом. Вот, видишь? О, все. Так, а что ты думаешь? По поводу Куба, ну не зачем, либо Марс выиграем, либо, ну хотя Марс, мало Марс они насчитывают, рассчитывают. Ну почему, я говорю, шестерку кинем? Ну давай. Не, ну при счете 2-0, нет. Надо закрыть этот пункт. Пункт. Так, ну как позарядиться. Нам надо двоечку, нам надо два и вот эту поставить. Зарядились, смотри, 6 спускайте. Ну, уводить на 7, на 2, наверное. Вот сюда, да? Да, да. А, а давай, может быть... А четверку давай дуплицируем, чтобы у нее четверка била и накрывала. Давай. Вот так вот, да. Да, нормально. А может быть, все-таки надо было тубу? Ну, чтобы здесь и там, ну, это безумие. Ладно, ничего страшного, мы кинем 4-4. Да, 4-4 и все. И даже ваши споры зачем? Не, не, не. Мы так передумали, это не так. Вот так. Ну, почти 4, да. Олень, надо опять задачка. Ну, надо вниз, я думаю. Закрыть? Да. Ну, впереди нам не надо рисковать. Да. Ну, можно было еще вообще тут закрыть, но не подумали. Так, прекрасно. 3-3. Так, давай, ну, две точно здесь. Выйдем, да. Так, вот это интересно. Можно, в принципе, и не уводить. Можно вот так, давай? Смотри. Вот так вот поставить, чтобы шестерку им закрыть. Давай. А четверки дуплицируем, не страшно. Uh-huh. Пусть бьют, мы будем их бить. Да, нормально. Надо все-таки 4-4, да? Uh-huh. Что ж такое? Как дальше? Пока четверку не кину, а вторая не поднимет, вернется. Надо вот, вот так сыграть, что ли, чтобы совсем ничего не поставить. Четвертый, ну, конечно, не хочется открывать. Вот так сыграл. Другой есть, что смысл какие-то. Подставляться, ну, а не вот хочется. Это и может быть зайдем, и двойка подставляться сюда. А что она там открыто? Зачем лишний раз подставляться? Ну, не вижу смысла подставляться. Ну давай. Угу. Поехали. О. Так, они пытаются обогнать. Ну, надо убирать вон те. Да, но надо сюда идти. Других нет. Да, уходить как-то криво. Как? Да, нормально, да? Нормально так, да. Ну ладно, четверка тогда. Так и быть, да? Вот она. Да. Была. Ну что ж такое? Ну давай, четверку закроем, и там все, теперь поясно. Домик строит. Вот эту пару убирать. Да, эту туда, а четыре. Да, вот лучше так, так лучше, да, так более гибко. Надо нам один кушек кинуть, да, и все. Одна четверка, когда уже не нужна. Сюда поставим или сюда? Не, давай да. Сверху спустим. Может, так, уже 105 пункт занять следующим ходом. Я думаю, просто вот так, да. Чем занимаешься? Угу. Нет, мне кажется, надо будет пытаться. Шестерки нету. Ну, на сожалению, есть. Вот оттуда придется. А, ну придется этот разбирать, да, единицу отдавать. Да, разбирай тут. Еще считать тут придется, мы не сильно впереди. Все. Бой. Мимо. Блин, плохо. Шестерку не будем отдавать. Две сверху спускай. Ну, мы не впереди, не. Две сверху спускай, все. Мы не застрянем. Ну, мы это тут
держать тяжело. Нет, у нас тут много сзади. Давай там... после этого хоть. Конечно, давай, давай. Вот сюда. Да, это блокируем. Ну, может быть, что-то, конечно, для прикола. Там сейчас только не идет, да? 4, 6. Мы тут не, 4, не впереди. Ну, не впереди, но нет. Ничего, все равно у них позиция похожа. Ну, у нас лузеров нету. Играем. Вот так, да? Да, ну, ну мне или кажется, ты хочешь вот этого... так, да? Ну, да, чё? Да, можно, потому что здесь все равно криво стоит. Нормально, ладно. Нормально. А может один бы сюда? А мы думаешь, следующим ходом подставить? Они могут сейчас скинуть могут? Что-нибудь 6-4 какой-нибудь. Так ты хочешь? Да. А вот сейчас, вот если мы не дадим, потом уже будет поздно. Да мы не впереди. Вот. 2/6. А не, 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 2/6. Зачем? Зачем вот этот год он не нужен? Вот так на него наливаю. Жалко, лишние 2 штуки. Угу. Это пятерку оставим на всякий случай, чтобы она пригодилась, угу, там не выходить. Маленький, да. Тоже не торопится. Ну, тут уже сюда, сюда клади, да. А теперь можешь единицу положить. Угу. Да. Сложить. О, пока есть. Что, мы так уже заломались, давай посчитаем на всякий давай. Случай. Ты считать не умеешь, мне придется считать. Один. Считай, да, посчитаем, давай. Считай сам. 40, 41. И 36. 77, запоминай, у нас 77. Ага, красивое число. Считать не умеешь, запоминать. Запоминай, да. Риск. Куда пошла запоминать? Запоминать. Записывать. 30, 30, я записать, да. 35 и 42. Тоже 77, поровну. Я думаю, надо дать. Поровну. Да. Ну что, давай дадим. А потом кинем 6-4. Потом кинем 5-5 и зайдем. Ну, по счету, ладно, давай, давай. Давай. Мы даем куклам, да. Давай, очень давай. Хочется нам бери. Дать. Ой. Сложное решение. 6-1 кинуть, а сразу. Тоже ну, сам. Тоже, слушай, ну у них уже открыто, ну что мы боимся-то? Ну, я бы 6-го, все равно дом сильный. Придется 6-й открывать. Ну, ладно. Идем на гонку. На гонку, да, пошли на гонку. Мы тогда побежали. Так, да? А мы 6-6 кидаем. 6-6. Мы 1-1 туда. 4-2. Вот так вот? А, погоди, у нас там открыто. Похоже, так они ведь убегут, ведь просочатся. А бить страшно. Что делать? 6-2 и 4. Наверное, бить надо, а то убежит, а уже гонка плохая. А так мы хоть что-то можем. Мы что кинули? Ну, на смотри, мы кинули 4-3, они кинули 6-5. Они сейчас уже впереди в гонке, а мы еще 4-2 кинули. Ну, тут сейчас разломаемся. Ну, 4... у нас есть два варианта. Мы можем просто сыграть пока так, да. Как вариант. Угу. И выждать. Угу. Либо ты предлагаешь пробить. Пробить? Ну, у нас, сюда. Видишь, как некрасиво нет, тут. Нет, бить сюда нет, и это я накрыть. Понимаю. Так, значит... 4-2 и 7-6. Мы на 2 очка будем впереди после этого хода. Давай тогда сыграем безопасно. Безопасно. Ну да, они еще могут еще не выйти, да, наверное, угу. Наверное, так придется. Давайте. Играйте. Если они не выйдут, то уже. Я его пробил. Может быть. Но сначала. Они попали, да? Мы не попали. А куда? Здесь 6. На 3. Ну да. Нет, вот а более, более для выброса. Да. Висел? Да. Во, вот теперь пробиваем комфортно более-менее. Что надо там? И ей же сыграть. Да, 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 нам 4-4 да. А, 4-4 мы весь всю игру хотим. Вы игру проснили, да. Кидай четверку. Не-не, бери, не да. Интрига сохраняется. Да. 6-2 я сказал? Да. Да, ладно. Это плохо. Тогда нам 6-6. Мне надо поворачивать, да? Надо поворачивать. Мне кажется, у них матч 4-0 будет. Они перевернут нам и будут. Ну давай, 4-0 это один сколько? Один. Блин, опять надо вспоминать, считать, да. Значит, 80 с чем-то это 1-4, а 1-5 это сколько? 83 примерно. 83, по-моему, если я не ошибаюсь, процентов. Угу. У них есть тут 17%.
Мне кажется, нет, не 17%. Потому что еще надо зарядиться, там, гонка плохая. Я бы ускорил процесс. Ну что, вот, так, друзья. Ну что у нас тут? Я бы сдала. 20, 30, 40, 65. Запомни, 65 у нас. У них 20, 30, 38. Сильным игроком, если они играют, они должны брать. 54. Это последний шанс. 54 на 65. Не, это дохлый. Пас. Не уговорил. Мы их так обыграем. Давай сделаем паузу некоторое время. Давай сделаем. Хорошая, да. А у нас сейчас Кроуфорд, да? Мы пока не можем. Пока не можем. Вы ничего не можете. Мы пока не можем. Там поставь за нас одну. Да. Пожалуйста, спасибо. Тяжело наклоняться. Вот это да, и там один синтеч. Не дает. Но все равно бежать надо, да? Что у нас еще? Сюда же один ставит. Да. Давай. Так, это богатый. Забили. Смотри, один. Теперь дальше смотрим. Можно, в принципе, и бар занять. Да, да. Два? Там мы не в опасности. 30. Да, это сильный. Угу. Сильный прайм. Точно, походили, да. Все? Конечно. Опять бежать. Я. Да, да, да. Да, а что у нас? Там у нас забьют просто. Сразу моментально. Здесь видишь мазил. Вот надо тогда вот это пробивать. Вот этой, да? Так, подожди. Ну, если закроем, а последнюю пятерку как? Вот оттуда? Вот эти длины. Ну, это уже много получается. Так. Почему? Раз, два. Но это можно не закрывать. А, можно так, в принципе, да. И третий занять. Да, да. Будет, кстати, хорошо. Да, давай так попробуем. В какой-то веке женщина совет дала толковый. Какие-то женщины. Не, нам надо единичку. А, единичку, поэтому не кинул. Угу. Молодцы, отличный бросок. Надо дать какую-то надежду, правильно? 5-3. Ну, накрывай теперь и там дальнюю. 5-3. Да. Угу. 2, что? 6 куда? Вниз. Сюда или все-таки туда? Сюда. Вниз, я думаю, да. Хотя нет, это под шестерку, да? Ну, там мы хотя бы будем чем-то накрывать, а там нам накрывать нечем, если пробивает нас. Так, все у нас там 5-3, а здесь еще 4. Все 3 у нас бьют. А так только 5-4 бьют. Смотри. Давай так оставим. Оставили? Я думаю. Смотри, если там выбивают нас, мы ничем накрыть не можем. Вот, вот здесь ты ее поставишь. Между пунктами? Она, да, вот здесь. Она никому не нужна. А здесь, если он нас выбивает как-то, ну, мы его можем накрыть сверху. А там мы ничего сделать не сможем. А выбит 4-1 вообще на Марс выйдем. 4-1? Или как? 5? Ну, вот 4-1, если выбьет. А, 2, 6. Допустим. Ну, так сейчас может 6, там 6-3, 6-5. Там куча. Кто не думал, тут, короче, да? Много плохих ходов. Тут больше плохих ходов. Мне кажется. Давай. Попробуем меньше. Тут хорошо, только, что они не тут только четверки и пятерки. Сказать, хорошо, что они туда-сюда только не только четверки и пятерки, и все. Но там мы не можем вернуться в игру. А здесь можем. Не понимаю, как сюда между... Объясни подробнее. Вот смотри, вот так, да. Последний раз расставляю, больше не буду бить. Вот если он эту... Здесь может только эту выбить. Да. То бить вообще неинтересно. Эту мы можем накрыть и можем играть, там заякорить, той выходить, сверху просто накрыть. А если там 5-4 ты ставишь, и он пробивает, ты ничего не можешь сделать, в принципе, только сидеть и заряжать. Я и там ничего не могу сделать, и здесь не могу сделать. Друг... Единственное, здесь выбор в том состоит, что там только... И ты здесь еще можешь наседать. Сюда. Там только пятерки, четверки, а здесь шестерки, пятерки и тройки. Здесь больше хитов у нас. Ну вот только из этого аргумента. Но если тебе так сильно нравится эта позиция, я не буду наблюдать. Давай так. Давай так. Хорошо, давай. Мне вот это вот очень нравится. Когда они сюда ставили, да? Ну, так, так под тройным был, под двойным стало, под тройным. Ну я не ставил, потому что не так сильно страшно. Ну бьем. Они говорят, что сюда бить не имеет смысла. Сейчас бы вообще не побили. А мы пробьем.
Да, сейчас, кстати, могли бы спокойно уйти. Да, так мы не попадали. О, зато Юкин план сработал. Выиграла. 5-3. Вот она вот про это говорила, что мы можем занять пункт там. Интуиция. 4-1. Ну, тот пункт берем. Поехали. Это, мне кажется, плохо походили. Мы плохо походили? Потому что вы нас пустили глаз по себе. Убегаем. Не было вариантов. Видела вас и зашла. А сейчас думала, куда это я зашла? Так, ну мы впереди, так что бежим. Я даже считать не буду. А как тут, боже, 4? Один был у вас тут удержать. Ну, они просто... Как-то можно было здесь это все там, все это психологически. Угу. Не, нет, я считаю, что не надо было вам так, блядь, рано бежать. Ну, бей тогда нас там. Бить? А есть вариант бить? Нет. Ну как, 4-1 же ты хотел. Да, 4-1 это хотел, мы теперь тебе советуем, что тебе стоило пробить. Я бы по-другому, я бы пробил. Вот, все, бежали. До свидания. Ну вот, одно очко мне. 6. Так, насколько мы отстали? Сильно или не сильно? Ну, уже не, сильно. Нет, не напрягайтесь. Уже думайте о следующем деле. Да, как-то так. Это наша партия будет. А, вот с Ацком-то это. Ну, какой-то у меня выиграл такую в чемпионате. А, только не, тоже. Не только такую, все играют. Все, у нас да, все. Да, все. Нормально. Ну а что нам, собственно, 2-5-5? Да, да, изи, изи. Сначала от Марса уйти. Сейчас мы их выиграем. Посмотрим, как они забирают. Даже так, они даже вещи нам помогают. Кривовато отвернуть четверку. Да, вот так, двойки сюда, две. Три. А еще одну. Да, вот так вот, совсем гибко, что было. Так, да? Ну все, у вас тут суперфотограф на фотках, да. Рейтерс, агентство Рейтерс. Спасибо вам, да. Спасибо. Вообще, там выберите. А, я думал, пошел камбэк. Так, 6-4. Может, дырку положить? Пинты разок. 6-4. 6 дырку. А зачем? Тройку вообще не надо забирать. Решающий момент. Почему надо вот так? Да. Гибко очень. Меняем руку. Ну, а так можно? У нас можно. Походу у нас свой регламент. Походу игры. Три. Надо просто какие-то крупные кинуть, поэтому я так расставляюсь. 5-5, 5-5, 5-6 расставляю. А у тебя 5-1 хорошо получилось. Да, я рука набита. 4-2. Вот, сейчас 6-6, 5-5 нас спасут. Отца русской демократии. Ладно, ушли от Марса. Следующие начали. Они боятся уже, смотри. Да, да. Смотрят, да, как они кидают. Последняя, лучше так. Главное по две выбрасывать. И в темпе. Мы тоже по две. По две, так по две. Слишком много перебросить. А, ну да, это не 4. О, пошел камбэк. Вот она. Серьезно, ну ты что тут? Пугайтесь, пугайтесь. Три, да? Не-не-не-не, ну это выкинь, а ты сюда. Зачем так переигрывать? Лично. Ну я бы три, а это бы выкинула. Еще один, шесть. Ну тогда она бы здесь была. Все, силы кончились. Все, конец. Три, подожди, один еще. Один на четверку просто. По 4-4? Угу. Да. Пять не уважают. Видишь, а вот ты хитрая. Да, да. Ну, видишь. Ты два кужана еще спасает. 2-6-6 нас спасает. Есть? Нет. Все? Нет. Нет, еще 2-1 может быть. Почему это все? Так, это у нас с вами какой счет? 4-1. Ну ладно, одну очко урвали. Я уже 6. Давай, я сюда сам. Да, теперь ты покидай. Может, тебя... Ну так можно по регламенту меняться? Так точно надо. Сиденьями. Господи. Никто не знает, как у Ленки регламент сидит. Это не то, что регламент, у нее денег не сильно мою пузо торчит. Сейчас, ты вообще не влазил в кадр. А, теперь начну влазить. О, теперь готовы? Теперь я вижу, что я тут тоже. Поехали. 6-3. Что, уйдем или 3 спустим? Спустим. Сюда? Мне так куб. Всегда больше. Да, мы сразу дадим куб. Ну так, сразу, знаешь, первый ход же был, да? Значит, принимаем. Наш ход. Ну и морсок. Легкий морсок. Бить. Четверочку. Да. А 4 там, да. Все, это дай уже... сюда кубик. Не давай им, сразу кидай, марсуй. Так, 5-1, да? Это уже позиция марсовая. Да. Уже 80% марсов у нас.
Бьем. Сейчас 75 стало. А, вот так вот, да? Все нормально. Упал до 75, ладно, повезло вам. 4 точно? Хотел бы 70 морсов у нас. Закрыть или пробить? Наверное... Я думаю, надо заякориться. Боишься морсов? Да. Ну, давай. Жаль, морсов стало чуть меньше. Так. Подожди. А, может, там? Да, давай тут, ладно. Там боец. Чё? А, плохо пьёт. Давай 5. Пить надо, да, что остается? Инициатива еще какой-то вот 6. Давай так, да. Якорь не будем отдавать, да? Смело так, как будто у нас можно было оттуда уйти и сюда. Ну, они уже сыграли. Ну, играли, конечно. Сыграли плохо, но... Ой, слушайте, успокойтесь, ребята, вот это... Сейчас нас YouTube забанит. Вы дисквалифицированы с турнира. Придется запикивать. Вы дисквалифицированы с турнира. Придется запикивать. Давай туда. Я забыла. А, ты кидаешь. А это на каком канале будет? Ютуб. Мы запикаем это. Запикаем. Придется запикать. Знаешь, сколько работы монтажеров? Можно 6 на 3. Глупый комментарий запикивать, никаких пиков не хватит. Вот эта единичка, вроде правильный ход, но так мне не нравится вот эта вот корявая позиция будет. Давай лучше, знаешь, что сделаем? Давай четверка пробьем все-таки, а шестерку сюда поставим. А, подожди, или можно просто четверку сюда поставить, а четверку сюда. Давай 6 однозначно, да. Тут а все равно. Да, поставим. Если пробьет, на первом туда. Пункте нормально. А мне кажется, вот это можно пробить. Ну зачем? Вот это зачем? Смысл в чем? А они нас выбьют сейчас. Ну и что? А, ты имеешь в виду гонка? Нам гонку сейчас уже не выиграть. Мы сильно сзади все равно. Ну, можем. Не знаю. Мне кажется, вот так вот более красиво смотрится. А за... Если мы там держим. Если не пробьет, то мы его закроем. Если пробьет, то мы вернем его сюда. Смотрим, мы кто их держим. Ну, я говорю, а если он пробьет, то мы его туда вернем. Она может сюда встать, может сюда, может сюда. Ну, встанет в пятерку. Ну, давай. Так, идем. Может, все три вниз? И а тогда куда еще? Две? Два? Сложно. Раз. Подожди. Да, давай, две сюда. Два, три. Так. Получилось. Ну, явно же напрашивается. Да. Нет, давай, это, кстати, это идейно. Я про себя вообще, да, не про тебя. Ну давай сюда, ладно, положим. Там-то да. Много, я нафоткала. Ну, потом всеми побежим, что-то. Ну, как бы, лучше здесь оставить, наверное. Или все-таки сюда выйди, потому что отсюда им бить неудобно. Давай там выйдем, а мы ничего не боимся. Нормально. Так, вот здесь хороший ход. Они ничего не боятся. О, отлично. Пусть бьют, пожалуйста. Пусть, нет, нет. Один бить. Не, ну бить-то точно надо только. Ну да, нам это придется. Ну хорошо, да. Уже 90% массов. Да. О, это супер бросок. Бить эту. Два. И бить тут. Три, четыре, да? Надо одновременно зарядиться. Нет, никакой. Уже 120% массов. Плохо. А второй раз куб не сядет? Итак, можно, можно, кстати, можно, так сгодится, можно, давай, мы сгодимся. Припечатаем. Четыре. Три. Ладно, нам 1-1 подошел. О, тоже ты. Ну, жулики, жулики. Две выходящих возьмешь. Играть не умеют, только жулики. Только зарики нас. Сыграли? Да. Или еще будете думать? Нет. Так, ну, по крайней мере, пробить одну можем. Пробьем. Один пробьем и там раскидываемся. Так, ой, нам с двоечкой. 1-1 еще актуален. А, 1-1 еще будет. 1 есть. О, они уже это кругосветное путешествие совершили. 4, что делать? Ну, это выходит, что куда нас лезть. Ну, сюда не хочется. А зачем? Там мы их держим. Скорее не держим, скорее они могут нас забить еще там. Ну, да. Не вижу смысла держать. Так что вот эти будем держать. Так, 1-2-1, да. Я думаю, надо это уводить, если слишком много. Да, приходится так. Так, что надо? 5-2-6-1. Да, 6-6. Да, жулик. Да, вот так вот. Да. И вот так вот, да? Там правильно сделать. Нам надо так же кинуть. Мне ничего не сказали. Да, напряжение растет. Идем.
предлагает. Да, да. Так, а может бежать? Что-то как-то страшновато. Да нет, да, бежать как-то. Давай пока. Пиши. Три-два. Да, да, да. Угу. Закрывать надо. Давай вот сюда, да? Давай. Ну, вот на 6-3 какой-нибудь шальной. 5-4. 5-4. 4. На 3. Ну, и вот да, если уже, да, приходится так, ой, как будет. О, сейчас хорошо Лена закрывает, прям свет прям отключен. 6-3. Ну, 6, пускай, что, еще какие-то давать надо. 3. Слушай, а мы же здесь держим, не надо? Ну, лучше прям не лучше, а так, да, у меня кажется, прям, да. Ага. Только если они там 6-5, на то вряд ли. Чуть побили а, у нас. Смотри, да. 6-3, там. Лишний раз бить не хочется, чтобы, да, вообще. Не надо бояться теперь. Ну, получается, только этим, потому что там уже не вариант. Даже если мы 6 туда уберем. Получается, вот это. Да, наверное, отсюда, да. Сухое правило. Стой, держи пункт, пока можешь. Сложное решение. Еще можно. Два. Нет, это два, наверное. А один. А какая разница? Разница. Один, наверное, сюда поставить. Просто. Два, один? Да. А как? Ну или вот так. Два варианта. Ну давай вот так. Да. Вот. Нам надо большой. Ну-ка я вас попробую. Попробую еще. Вот тебе, попробовал. Че, это что? Давай так два. Пока. Ну это очень уродливо. Но потом ее сюда закроем. Ну, потом у нас плохие могут быть тут тройки. Я думаю, придется это отдать. Да, так им потом это займем. Ну, в смысле там лишний пункт. А, блин, плохо. Единичка. Да. Не знаю, наверное, коряво придется играть тут. Или сюда ставить. Мы уже несколько ходов коряво играем. Ну, ты, допустим, 3 вот сюда поставить, вот так вот, да, 1 ставить, 3-1, да? Что еще нам? Можно вот так, но это хуже. Нет, наверное. Нет, а так точно нет. Ну, значит, так, как я показал первый. Можно еще вот так. И вот эту единичку можно. Ну, можно так, да, и так, да. Нельзя 2 стрелять открыть, короче. Как надо придумать, чтобы 1 открытую поставить. Там не будем выходить пока? Или давай выйдем? А зачем? А может выйдем? А чем бояться? Выйдем. Пусть будет единичка. А чем мы там выйдем? Тройкой? До конца 3-1. За 6, сюда 6-4, 6-5 только их посылка. Давай, или, будем или еще ждать, или пока не да? Будем. Ну, Марса снова в строю. Да, да, 1-1. Единичку нам надо. Ну, уходи, шестерки. Да, и шестерки. Сейчас так кидаешь. Ну-ка давай кинь, посмотрим. Переброс, пожалуйста. 3, я думаю, вот так. И 5 выйдем, да? Конечно, выходите. Или 5 вот так. Ну, поверни тройку обратно. Так, а вот тут вниз опусти. 5, 3, сюда идет она? Да. Может так? Ну, тут она стоит, держит, как бы, ждет. Ну, одна-то стоит, а две плохо, когда там стоят. Ну вот, смотри, вот здесь она, да? Да. То есть 3 и 5, да? Тут 2, уже сколько у них попаданий? 6, 5, 6, 4. 32 хитал. 6, 5, 6, 4 и 5. Ну это двойное попадание, у них там слот. Ну давай. И здесь откроются еще. Давай, тут давай. Мы их прям держим. Ну давай, я пью. Давай. Ну вот как тут. Что-то неплохо там, да? Тогда здесь. Пока есть, да. Давай. 4 руки играем. Ну а как с вами? Ближнюю, точнее. Нет, 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 вот это оставить, да. 6-1, да. Ну кидай, у меня что-то не получается. Да, да, да. Почти. Да. Сюда. Какой сложный ход. Или подождем еще. Я думаю, надо ждать. Надо ждать. Как бы не было. Придется. С 4 там это убийственно. Ну, ну пока что. Да, вот это вот до конца. 6. Хотя бы блок там остался. Нет, оставь комп, может дальше, да, вот так. Еще раз 6-5. Давай.
еще решил. Да, ну тут хоть думать не надо. Кстати, самое хорошее, когда как думать надо? Интересно. Решение думать каждый раз. Знаешь, что делать. Два сюда. Если поставить так, или просто поставить. Что еще? Раз, два, три. Получается. Да, вот так представить. Ну или можно поставить. Нет, надо держать до конца, да. Ну, наш шанс поймать их там. Угу. Че, третий бок либо трое. На 6-5. Сюда ведь ты 4-2 только кидаешь. Зато думать не надо. 5-3. Ну, 5 можно накрыть. Сейчас посмотрим, как все получится. А 3 туда поставить в угол. Что-то мы сейчас на 6-6, в принципе, убегаем, и нормально. Да, у нас. На 6-6 убегаем. Ну, можно вот так еще сделать? А, так 2 да, нет. Отлично, нет, отлично. Я вообще 5 поставил бы сюда, а 3 сюда. Так, посмотрим. Плохо. Тройка. Не знаю. Еще какие-то такие есть варианты? Ну, можно еще вот так. Совсем безопасно. Но нет, так мне тоже не нравится. Наверное, надо 5 оставить. Давай 5 оставим. И 3, наверное, мне вот это нравится. Им все плохо. Им все, даже двойка. Ну давай. Слышь, как мастер кидает. Отлично, мастер кидает. Подожди, подожди. Там пятерка здесь точно. Ничего дуплицировать не можем. Вот мастер кинул. Да. Не, может сюда, смотри, пятерку дуплицировано. И здесь хит, и там накрыть. Да, отлично кинул. Единственную дубликацию нашел извращенную. Да. Какой-то шанс. Стоп, вот это подумать. Можем пробить. Может. Нет, надо пробить, закрыть. Пробить, закрыть надо. Да, вот так 3-2. Да. А нам надо просто 4. Давай, ну, сейчас 4-2, ты же 4-2 кидала. 4-4. 4-4 вообще супер. 4-5. Да. Вы пока обсуждайте, а мы делом займемся. Да, до свидания. Дублицированную вашу. Да. 4. Спасибо, что задублицировали. Так удобно было играть. А еще раз. Давай, у вас еще опасная позиция. Да, уходите. Если сколько штрафов у них там на единице-то, мы еще можем. Мы еще можете, подождем. Можете, давайте. Подождем еще. Тушитесь. 3. Хорошо 2. Смеется тот, кто. Кто смеется. Да. Боюсь, что уже поздняк нам смеяться. 4. Нет, там еще какие-то шероховатости могут быть. Последнюю шероховатость устранить давай. Видите, там 7-7. Давай шероховатости оставим. Стой, подожди. Очень опасно. Давай. Опасно. Опасно. Так хочешь сыграть? Ну это вообще. Ну, так это совсем трусливо. Они как боятся нас. Очень боятся. Согласен. Я не знаю, нам стоять тут или бежать. Давай. Бросок определит нашу стратегию. У нас гибкая стратегия. Зависит от броска. Все. Ну теперь вот осталась одна стратегия. Ты вообще понимаешь, как они до финала дошли? Много бежать. Как эти люди дошли до финала. Ромашенгелия с мячом проходит по флангу. Смотри, они сейчас коксом проиграют. Надо оставить ее там, чтобы она пиар зачет, потому что это ход будет. Ход от кокса. Важный. А, нет, не будет. Ход от кокса. Но мы старались. А у нас как, по пиару? Еще дома можем сыграть. Дом поставим, поставьте дом еще. Укрепимся. Вдруг мы назад сможем сыграть. Давай. Укрепляйтесь, дальше в следующий раз тренируйтесь. Тренируйтесь, укрепляйтесь. Победа! Мы выиграли Maldivian Cup.